Спасибо. А начальник ваш дурачок какой-то. Почему? Взял Любке сапоги, подарил. Она все равно ее к себе не пустит ни за что. А может быть, ему это и не нужно? Нужно, очень даже нужно. Он весь вечер только об этом и талдычил. И потом плакал, что смертельно влюблен. Она, ну, во-первых, она в коммуналке. А потом, я же знаю Любку. Она танцует, смеется, но это ничего не значит. Начнут приставать, а она свистит. Так это у нее вот почему. Так она специально для этого свисток купила. Ох, удирает ваш брат. Ну, вот я и пришла. Спасибо за доставку. Пожалуйста. Да, остановка вон там, на той стороне, за углом. Так не хочется домой. Это что, намек? Нет. Просто было бы лучше, если я бы сегодня дома не ночевал. Вы мне не нравитесь. Понимаю. Но так случилось, такой день, знаете, это правда. А вы не бойтесь, я буду вести себя смирно. Ну ладно, пошли. Что ты замуж не выходишь, а? А ты на мне женишься? Нет. Ну вот видишь, ты не женишься. А другие мне не нужны. А этого ты за что выгнала? За занудство. Вроде все правильно говорит. А слушать тошно. 8 лет нудил. Нудил, нудил. Вынудил. Че, чай не пьешь? А, не хочу. Ну, раз не хочешь, тогда давай спать ложиться. Завтра утром чай допьем. Марина, ты спишь? Нет. Можно к тебе?
Кто это? Не знаю, кого-то нелегкой принесла. Чего надо? Ничего, только переночевать до первого. Еще того. Чего? А ну пошел отсюда. Кто там? Муженек бывший пожаловал. Ночевать ему, видите ли, негде. Транспорт не ходит. А ты чего вскочил? Может, мне уйти? Ложись, ничего не бойся, никто тебя не тронет. Слушали, я тебе последний раз говорю. И после развода покоя не дает. Это не человек, а какое-то недоразумение. А у вас какой этаж? Ты что, решил прыгать? О. Кажется, ушел. Давай спать. Иди поговори с ним. Поговорить? Он просто так не уйдет. Еще его милиции припугни, он очень ее боится. Ну, иди.